Он никогда не видел живой елки, не наряжал ее игрушками и не открывал новогодних подарков. 7-летний Рудольф сегодня герой нашего проекта «Жду маму». Мальчишка живет в детдоме 4,5 года, а там в канун праздника ставят одну общую елку в зале. В группах новогодних деревьев обычно не бывает. Сегодня у Рудольфа впервые появилась своя собственная елка. Он вместе с друзьями ее украшал, а потом под ней написал письмо Деду Морозу и загадал желание встретить праздник в семье, в доме, где под елку кладут подарки в красивых коробках, а на кухне мама печет новогодний торт. Балуется, стоит на голове. Каждый день в группе Рудик озорничает на пару со своим другом Пашкой. Ты сильнее, Пашка. Вместе они шалят, делят игрушки, иногда ругаются, но никому друг друга в обиду не дают. Дружба в детдоме всегда крепкая. Мальчишки понимают это даже в свои 7. Я с Рудиком дружу. Он делится игрушками. Они вместе ждут Нового года. И оба мечтают, что Дед Мороз принесет им по большой машине. Ты хочешь себе Мерседес? А тебе никто не покупает. Рудик никогда не видел живой елки, не наряжал ее игрушками и не открывал новогодних подарков. В детдоме он живет почти всю жизнь, а здесь ставит одну общую елку в зале. А сегодня впервые у Рудольфа и его друзей появилась своя собственная елка. Давай тебе веточку. Тянись, 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 тянись. Вот. Раз, два, три. Елочка, гори! Под елкой Рудик мечтает 31 декабря найти свой красный Мерседес, который принесет ему мама первый раз в жизни. Родная ведь никогда так не делала. Мальчишка помнит, как его бросили, а потом он попал в детдом. Она всегда уже мне никогда не приходит. Она только один раз приходит, а больше нет. Потому что он хочет эту маму. Они его даже подходят. А вы найдите нам маму, а скоро ко мне мама придет. Вот это, конечно, это вот очень такие вот больные слова. Свои самые заветные желания Рудик вместе с друзьями рисует на альбомных листах. Вместо почтового ящика – еловые лапы. Мальчишка, как и все дети, верит, что Дед Мороз их письма обязательно заберет. И в новом году у него, Пашки и всех ребятишек будет своя мама. Мама за меня скоро. Тебя? По вопросам усыновления Рудика можно обратиться в Центр развития семейных форм воспитания или позвонить по телефону 285 15 33.